Отличные новости. Десктопный режим Samsung DeX, возможно, скоро получит беспроводной режим. Компания молчит о потенциальных изменениях, которые могут произойти для DeX к концу года, но новые данные, найденные разработчиками XDA, указывают на то, что Samsung не отказывается от идеи беспроводного режима для своей десктопной среды. Наоборот, компания, кажется, усиленно работает над этой функцией, и если нам повезет, она может дебютировать уже в серии Galaxy Note 20. Новое свидетельство беспроводного режима для DeX можно найти в приложении Samsung Tips в разделе «Стать опытным пользователем». Как вы можете видеть на скриншоте, первый совет, показанный в этой категории, помечен вот этой строчкой. И ключевое слово «wirelessly» переводится как «беспроводной». И вот это странное форматирование строчки говорит о том, что Samsung, возможно, случайно опубликовали эту информацию в приложении. Еще стоит обратить внимание на первое слово «Dream» в заголовке. Dream – это кодовое название серии Galaxy S10. Это может вполне означать, что Galaxy S10 тоже должен получить поддержку беспроводного режима DeX, а значит и все остальные смартфоны выше. Пример, предлагаемый Samsung, показывает беспроводное подключение к телевизору в гостиной, показывая, что беспроводной режим DeX не будет ограничен пользователями ПК или Mac. И это хорошая новость, потому что режим DeX весьма перспективен, а с беспроводным подключением он станет еще более удобен. Samsung впервые подтвердили, что работают над беспроводным режимом DeX почти 2 года назад. С тех пор компания улучшила не только саму платформу, но и выпустили в прошлом году приложение DeX для Windows и Mac. Это дало пользователям возможность использовать DeX в сочетании с их флагманами через кабель USB-C, исключая при этом необходимость использования кабеля HDMI. Таким образом, с новой итерацией флагманов серии Galaxy Note Samsung может расширить границы своей платформы DeX, и добавление беспроводного режима могло бы стать лучшим апгрейдом DeX на сегодняшний день.